Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о фокстерьере. Фокстерьер – идеальная собака для активных людей. Обладает морем энергии, любит длительные прогулки и не знает, что такое усталость. Несколько веков назад этих животных использовали исключительно как помощников при охоте на лис. Сегодня же представители породы являются прекрасными компаньонами и настоящими членами семьи, в которой живут. На этом интересные особенности этих собак не заканчиваются. Итак, представляем вам необычные факты о фокстерьерах. Фокстерьеры бывают двух разновидностей – гладкошерстные и жесткошерстные. Одни кинологические федерации относят эти типы к двум разным породам, другие считают их разновидностями одной породы. Помимо шерсти, гладкошерстный и жесткошерстный фокстерьер отличаются характерами. Гладкошерстные фокстерьеры до сих пор используются в охоте, а жесткошерстные фокстерьеры являются популярными собаками-компаньонами. Фокстерьеры – очень смелые и преданные собаки, и в случае опасности способны стоять за честь своей семьи до последнего. Эти животные бесстрашны и при необходимости могут отразить агрессию собак любых размеров. Фокстерьеры служат в МЧС. Кинологический отдел министерства использует представителей породы для поиска людей, которые оказались под завалами или пропали в горах. С самого начала своей истории фокстерьеры были собаками известных людей. Среди хозяев этих животных – Альберт Эйнштейн, Максим Горький, Чарльз Дарвин. Также фокстерьеры долгое время были любимцами королевских особ Англии. Например, фокстерьер по кличке Цезарь сопровождал короля Эдуарда VII во всех его поездках. Фокстерьеры – популярные персонажи литературы и кино. Так, к примеру, фокстерьер по имени Аста был звездой детективного фильма «Худой человек», а фокстерьер Монморанси стал героем повести «Трое в лодке», не считая собаки. Фокстерьеры обожают детей. Эти собаки способны часами терпеть детские эксперименты над собой. Представители породы любят играть с детьми в активные игры. Самые любимые у них – догонялки и перетягивание предмета. Таковы необычные факты о фокстерьерах – животных, которым одновременно удается быть отличными рабочими собаками и великолепными домашними питомцами. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!